эти дети совершенно при других обстоятельствах как бы проецируют вот эту радость и счастье. Поэтому у них настолько много искренности, каких-то надежд, в общем, просто света. Вот посмотрите, какие чудесы. И причем они все разные. 78 рисунков на экспертной оценке специалистов Самарского областного художественного музея и членов Общественной палаты городского округа Самара. На суд представлены работы со всех 10 школ искусств Донецка. Графика соседствует с живописью, импрессионизм с модерном. Картины написаны в разной технике – тушью, пастелью, акварелью, гуашью. Мы отсматриваем эти удивительные работы, и вот с коллегами говорим о том, что одна другой лучше, тоньше. И мы сейчас видим проекцию вот этих детишек, которые хотят видеть свой город, они любят этот город, они в нем живут, светлым, добрым, гостеприимным, каким он и должен быть. Мы понимаем, что тот день, который изображают юные создания на своих работах, он обязательно придет. Выставка «Донецк. Город рос. Возрождение» будет работать в двух форматах. Виртуально все рисунки можно будет увидеть на сайте художественного музея. Самые оригинальные с точки зрения исполнения и художественного замысла картины выставят в экспозиционных залах рядом с шедеврами русской классики Репина и Маковского. То, что они сегодня передают, это просто очень серьезно Ну, действительно, так это и есть. И то, что дети так это все изображают, это просто очень здорово. Это здорово. Молодцы. Везде, как и у всех детей, будущее красивое, яркое, светлое. И это выдается в красках. Так что просто интересно. Выставка состоится благодаря совместным усилиям областного художественного музея и членов Общественной палаты городского округа Самара. Все юные художники Донецка получат грамоты. Сам проект уникален. Он единственный во всей России. В этой выставке, кроме всего прочего, очень глубокий смысл. Вот все рисунки сделаны ребятами в возрасте 9-15 лет. Это те, кто родился и вот живет в условиях войны. Но в то же время здесь доминирует тема мира. Дети видят свой город рос возрожденным. Дружба длиною в 5 лет. Самарский областной художественный музей плодотворно сотрудничает с 6-й художественной школой Донецка. Это не первый подобный проект и не последний. Юные художники приезжали в Самару. В рамках проекта «Самара детям Донбасса» при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Организаторы выставки «Донецк. Город рос. Возрождение» планируют сохранить детские рисунки в архивах музея для будущих поколений. По мнению экспертов, они ценны не только с художественной точки зрения, но и с исторической. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.